собственной власти. Конечно же, все узнали этого человека. Это Владимир Сергеевич Шимцев. Владимир Сергеевич награждается нагрудным знаком «Почетный гражданин города Верхотурья». Бурные-бурные аплодисменты! Дорогие друзья, это очень волнующее событие. Я сегодня всю ночь не спал. Непрерывный перечень воспоминаний. Это детский сад, это родная улица Заводская, это средняя школа номер 46, это наша тура, это наши храмы, убегающие вдаль поезда, первая полученная профессия, военное училище, война, полученное ранение. Долгие месяцы реабилитации, занятия спортом, работа, рекордные достижения, звания, награды, должности. Но самое главное, что на этом жизненном пути удалось сохранить трепетное отношение и любовь к нашей стране, к нашей малой родине, которая как магнитом тянет к земле, где лежат родители, лежит дед, прадед, к земле, где живут люди, которые продолжают славные традиции города Верхотурья, Верхотурской земле. И люди, которые сегодня оказали мне очень высокое доверие. Я благодарен вам за это. И пользуясь случаем, от имени руководства фракции «Единая Россия» хотелось бы поздравить всех с Днем города, пожелать всем счастья, здоровья, благополучия и долгих лет жизни, и процветания нашему родному городу и нашей Верхотурской земле. Спасибо.